Ангар для воздушных шаров – не худшее место для аварийной посадки. Ты хотя бы понимаешь, что ты мог разбиться. Но Пенни, Бен не хочет, чтобы пострадали другие. Поэтому он готов пойти на совсем небольшой риск, чтобы защитить мир от всяких приставучих насекомых. Знаешь, ты ведь тоже решилась бы рискнуть жизнью ради тех, кого любишь. Итак, сейчас наша задача – снять Бена с большого надувного шара. Оу! Стоп, Пенни? Боюсь, что ставки поднимаются, друзья. Вот что я называю высокая прибыль. Высокая! Раз Бену хочется защитить от вас других, значит, только я смогу защитить от вас Бена. Я просто влюблен в эту штуку. Мне наплевать, что ты ревнуешь. Мы грабители банков, нам не до сантимента. Она решила поймать их одна? Ха, круто! Никогда бы не подумал. Бен, это не шутки. Пенни просто няня, а не супергерой. Мы должны ей помочь. Ладно, хорошо. Ты хоть понимаешь, что это такое? Таинственный шар. Он великолепен. Ну что ж, начнем фазу 2. Возьмем курс прямо на океан и откроем себе неплохой текущий счет. Банковская система работает не так. Я бы объяснила вам, как опасно летать по городу на зданиях, но ваша безопасность меня не заботит. Что за зануда? Эй, Сидни, ты не мог бы сбросить ее оттуда? Надеюсь, вы умеете плавать, ребята. Так их, Пенни, я приготовил небольшой подарок для их воздушного городка. Это выражение моей любви к свободе и правосудию. И завтраку. Я тоже люблю свободу. Свободу от тюрьмы и свободу построить летающий остров из банков. Кажется, ты не расслышал про правосудие. Бен, тебе не следует разбрасывать острые камни, стоя на гигантском воздушном шаре. Оу. Ладно, иногда Пенни права. Какой у нас план теперь? Кое-кому было бы полезно изучить правила безопасности. Соблюдая вы хоть иногда меры предосторожности, вы бы не превратились в грязных тараканов. О, заканчивай с ней! Эта девушка просто клад, а не няня. Ох, я не знаю, что делать. Мне бы сейчас груз или якорь, или что-нибудь, чтобы пригвоздить их к земле. Скажем, даже не знаю, что-то вроде неограниченного запаса тяжелых камней? Вроде алмазов. Тебе лучше знать, но думаю... Ясно, алмазы тяжелые. Спасибо, сестренка! Сидни, сбрось девчонку вниз! Вы не тронете Бена!